Когда мы приехали ремонтировать технику, если вы смотрите нас в Инстаграме и ВКонтакте, знаете, что у нас полетело все. Сгорело все. И телефон, и ноутбук. В общем, нужно спасать технику. Тайцы это сделать не могут. Они несут полный бред. Об этом расскажу чуть позже. И мы приехали вот сюда. Пожалуйста, вот вам номера телефона. Здесь парень ремонтирует. На него можно положиться, он большой молодец. И плюс, знаете, с русскими проще общаться, чем с тайцами. Чё, когда? Понедельник. Как? О, хорошо. Понедельник, это что, 2 дня? Всё, да, слава богу.